Среди тех, кто в строю, как новобранцы, так и командиры Брестского батальона милиции, инструктаж войсковой части 55-26 проводится два раза в год. Его цель – напомнить, насколько важно соблюдать технику безопасности при исполнении своих обязанностей. Всего 8 учебных точек, где опытные руководители напоминают военнослужащим нового пополнения об основных мерах безопасности. Основная задача командиров и начальников всех степеней – это сохранение жизни и здоровья личного состава. И с этой задачей необходимо справляться на оценку отлично, потому что мы взяли, берем у родителей здоровых, крепких мужчин, и наша задача их вернуть, окрепчавших еще более. Огневая подготовка, пожарная безопасность, уроки по оказанию медицинской помощи, приемы задержания преступников, курс обращения с оружием при вводе в боевую службу – это самый главный комплекс мероприятий. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы свести к минимуму случаи травматизма среди личного состава и исключить гибель при исполнении обязанностей военной службы. На данных точках доводятся требования безопасности при несении патрульно-постовой службы, службы по конвоированию, также при работе на транспортных средствах, а также других механизмах, которые используются в повседневной жизнедеятельности. При занятиях по боевой подготовке это физическая подготовка, в том числе. Также тактическая подготовка внутренних войск. Срочную военную службу войсковой части 55-26 сегодня проходят 13 новобранцев. Они приступили к службе в части неделю назад. Начальный период в армии всегда непростой, но опытные коллеги всегда помогут. Рядовой Михаил Богунь всерьез задумывается о службе по контракту. В этой части я нахожусь вторую неделю. Изначально попал на курс молодого бойца в город Барановичи. Это наша бригада. Пришел сюда, много было ожиданий, и в принципе все они сбылись, чего ожидал, то получилось. Часть очень хорошая, прекрасные командиры, сержанты учат всему. Нам поначалу сложно, конечно же, вливаться в новый коллектив, но я думаю, что все получится, да и в принципе и сейчас получается. Уже сегодня я думаю о контракте в этой части, да. Либо в силовых структурах. Ну, я надеюсь, что в этой части получится остаться и служить по контракту. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».